Чё-то материала оказалось слишком много, поэтому четвертое видео у нас будет разбито на две части, так что было интереснее смотреть. Итак, погнали. Парад плат от других производителей у нас откроет Plex HDX99. Плата с маркировкой ZX99EV. Внешне напоминает нам известную X79 Turbo. Появилась в продаже летом 2019 года и в народе получила имя Plex HDX99. Встречается также под брендами Atermeter и Clisser. Несмотря на противоречивые отзывы и достаточно сырой стоковый BIOS, в дальнейшем плата получила популярность за счет невысокой цены и поддержки сообществом. Jinxia X99. Данная плата — первая материнская плата на сокете 2011.3, выпущенная под маркировкой Jinxia. Как и Huanangi X99AD3, модель предназначена только для небольшого числа процессоров, которые умеют работать с памятью формата DDR3. Jinxia Clisser X99D4. Jinxia X99, точная маркировка AD12B, появилась на рынке в начале 2020 года. Также продается под брендом Clisser. Плата призвана занять бюджетную нишу, где основным конкурентом является Huanangi X99-8M. Модель имеет традиционную шестифазную схему питания, радиатор над ВРМ небольшой, но прилегает достаточно хорошо. Без дополнительного охлаждения рекомендуют использовать процессор до 90 Вт. Jinxia X99D8. Продолжение линейки материнских плат на сокете 2011.3 от уже достаточно известного бренда. Модель появилась в продаже в январе 2020 года и оказалась достаточно удачной. К сожалению, в 2021 году в продаже не встречается, либо стоит неадекватно дорого. Существует также похожая плата от этого же производителя, но работающая с памятью стандарта DDR3. Jinxia X99D8 Duo. В январе 2020 года Jinxia D8 получила свое продолжение в виде двухсокетной материнской платы EATX формата. Jinxia X99E8i. Материнская плата с маркировкой X99E8i, выпущенная под брендом Jinxia, появилась в продаже в конце 2020 года. Внешний вид модели явно скопирован с одной из наиболее удачных китайских плат Huanangi X99TF. Clisser X99 Dual. Двухсокетная плата с маркировкой ZX-DU99D4 версии 1.11 появилась в продаже весной 2020 года под брендом Clisser. Модель получилась далеко не идеальной, но вполне рабочей. Основное преимущество – заметно более низкая, чем у конкурентов, стоимость. Ноунейм платы под названием X99Z и X99M. Одна из наиболее популярных материнских плат. Появилась на рынке в конце осени 2019 года. Несмотря на форм-фактор, MATX поддерживает полноценный четырехканальный режим работы памяти. В дальнейшем модель с минимальными изменениями появилась в продаже с маркировкой X99MCE5. А осенью 2020 года была выпущена похожая плата с белым текстолитом, получившая название X99K9. X99Z или X99M. Необычная модель с белым текстолитом
И слотами для памяти как DDR3, так и DDR4 появилась в продаже весной 2020 года. Встречается с маркировкой Plus белая версия и V500 обычная версия. Параметры модели, как и ее внешний вид, довольно нестандартны для китайских плат. Ранее слотами для памяти разного формата могли похвастаться только платы формата ATX. В данном случае же китайцам пришлось пожертвовать четырехканальным режимом работы памяти, ведь, как мы помним, памяти разного формата нельзя смешивать. ZX Min X9 D4. Материнская плата появилась в продаже летом 2020 года под разноименными китайскими брендами, такими как Машинист, Термитер, Клисер и другие. Данная плата является наиболее дешевой и наименее качественной среди всех моделей ряда китайских плат для сокета 2011.3.